Наша героиня Валентина сильно беспокоит ее широкие плечи, но мы ей не верим. Если у вас действительно широкие плечи, то можно их скорректировать с помощью правильно подобранной одежды для того, чтобы продемонстрировать все возможные ошибки, которые не стоит допускать женщинам широкими плечами, и показать вам правильные решения, я прошу дворецких привести вещи в студию. Но проведет этот модный совет эксперт моды Эвелина Хромченко. Вообще не понимаю, чем здесь весь сыр-бор. На мой взгляд, широкие плечи, особенно по нынешним параметрам идеального человеческого тела, это скорее плюс, чем минус. Но, вы знаете, никогда невозможно переубедить женщину, которая придумала себе какой-то несуществующий недостаток. И если уж так сильно хочется уменьшить ширину своих плеч, то, пожалуйста, есть варианты. Чего нельзя носить? В случае, если ты хочешь, чтобы твои плечи визуально смотрелись не до такой степени развернутыми. Конечно, не нужно делать никаких акцентов на плечевом поясе, вроде вот активных деталей металлических, красивых драпировок. Или, к примеру, рукавов в оформлении фонарика любым способом. Лучше избегать вырезов лодочкой, акцентов в районе плеча, платьев-футляров, платьев-декольте на тоненьких бретельках и других контрастных оформлений в области плеча, особенно горизонтального свойства, поскольку горизонтальная полоска расширяет любое тело в принципе, вне зависимости, талия это или плечо. Тоже нужно носить V-образные вырезы и любыми способами вытягивать свой силуэт вверх, добиваясь этого V-образного выреза, либо при помощи контрастного оформления, уже упомянутого правильным образом, либо при помощи, например, колье, которые могут быть даже в данном случае более массивными, чем эта подвеска. Вертикальные застежки, воротники, хомуты, декольте, оформленные O-образным способом. Это тоже хороший выход из положения. Я бы рекомендовала людям, которые стесняются своего широкого разворота плеч, надевать еще какой-нибудь жакет сверху. Наверное, единственный способ не стесняться. Ну вот, например, такой. Вшивным рукавом, зафиксированный на самом уголке плеча, потому что в случае, если у вас будут дополнительные плечики, подкладки, конечно же, вы будете смотреться более массивно. Таким образом, получается, что люди, которые комплексуют по поводу ширины своих плеч, должны автоматически отказаться от подкладных плечиков, рукавов, выполненных способом реглан, и подобного рода кроя, который увеличивает плечевой пояс. Итак, давайте закрепим пройденное. Горизонтальные линии нельзя, вертикальные можно. Вырез лодочкой нельзя, а вырез O-образный можно. Открытые плечи с тонкими лямочками нельзя, а кардиган с вертикальными застежками можно. И, наконец, активно декорированное плечо нельзя, обыкновенное, скромное, вшивное можно. А вообще-то, любите себя и плюйте на то, что говорят за вашей спиной. Главное, то, что вы видите в зеркало, и то, что чувствуете внутри. Спасибо большое.